Всем привет, с вами Станичный Оптимист. Такое вот видео. Начало нового года. Будет начало нового года, новое видео, новое классное видео. Все это делается собака за мальчи. Вот. Рассказываю опять про хату. Я уже в одном из видео рассказывал, очень древнем видео рассказывал про эту хату. Что-то там про нее рассказывал. Вот. Скажу еще раз. Собака. Вот. Моя хата. У нее исконно печное отопление. Печка эта никак не модернизировалась, ничего вообще. То есть как построили, так и пользуются уже на протяжении 87 лет, потому что этой хате 87 лет, она это 1947 года постройки. Немножко, кстати, да, модернизировалась, я забыл. Просто топка сама эта модернизировалась, была в ней духовка, а после просто духовку убрали и печь укоротили. Вот так. Вот. Так она только модернизировалась, больше никак. Вот, да. Хата старая, ну красивая, мне она очень нравится, очень прям, вот вообще. От ее красоты просто я вообще обалдею. Очень, там мне нравится, красивая, ну старая, уже все, уже годы берут свое, она уже, видите, дерево все уже отходит, отламывается, уже ничего не выдерживает, уже этому всему дереву столько же лет, сколько и хате 87 лет этому дереву, все, ничего не красилось, уже такая голубая старая хата, ну, голубая, в смысле, фасад, голубой нет, в зимнем стиле, там такие вырезаны, как снежинки, то ли льдинки, то ли что-то такое. Специально вырезана, типа зимний стиль такой. Никогда вот у трубы печной никогда не было какой-то там об этой, то есть она не обмазывалась никогда. Ее так построили, и так мне даже нравится больше. Необычно, красиво. Летняя кухня вот эта, которую я реставрирую, ее дата постройки неизвестна вообще. В документах не написано, ее не существует. Собачка. Вот этой летней кухни не существует. Это летняя кухня. Там раз, два, три комнаты. Три комнаты всего лишь. Немножко меньше. На пару квадратных метров. Если эта хата 45 квадратных метров. Летняя кухня 40. Она на 5 квадратных метров меньше. Эта хата по площади. Ширина 5 метров, длина 11 метров. 5 на 11, получается 45. 45 квадратных метров. Это хата. Без веранды. Вот. С верандой там, тоже там веранда 5 квадратных метров. Ну, 50 в общем. А летняя кухня же чуть меньше. Она там не 11 на 5, как эта хата. Она 4,5 на 10,5. То есть 50 сантиметров на 50 сантиметров меньше, чем эта хата. И по ширине, и по длине. Неизвестно, в документах не написано, что когда это построено. Летняя кухня. То есть ее по сути не существует. Ее здесь не должно быть. Ее не должно здесь быть. Она стоит. Никто уже 80 лет, никто этим не занимается. Она никому не нужна. То есть просто как сарай. Здесь в этой хате было за 80. Сколько лет? За 86 лет, за 87 лет здесь не было там ни 20 хозяев. 4 хозяина тут всего. В этой хате 4 хозяина было. 3 хозяина до, а 4 мы, хозяева 4. Вот. Первый хозяин, это мой сосед, который вот здесь живет. Вот он сосед. Он жил в этой хате. Сколько лет получается? 60 с чем-то лет. Потом один год жили другие соседи, которые чуть дальше этого соседа там живут сейчас. Один годик пожили в этой хате и приехали туда, через пару домов отсюда. А следующие хозяева были моя родственница, про которую я уже рассказывал, которая здесь жила, родственница, сколько лет она тут жила, тоже где-то 10 лет. 10-8 лет она тут жила, а позже после нее живем мы здесь в этой хате уже 11 год пошел уже, живем в этой хате. Получается, первый хозяин прожил больше 60 лет, второй хозяин прожили год, третий хозяин 8 лет, четвертый мы 11 год уже живем. Хата саманная, обычная саман. Она была просто побелена, как обычные саманные хаты, то есть саман побелена саман. Если бы не следили за этой хатой, она выглядела сейчас вот так.
Вот. А за ней следили, за ним кинули, она мало где потрескана, а это вообще уже разваливается. Это мало где потрескана, и поэтому вот так за ней следили, ухаживали, она такая красивенькая, ухоженькая, но уже старая, поэтому ухаживать за ней сложнее. Вот. Когда приехали мы, то есть получается раз, два, три, три хозяина подряд жили в этой хате, побелена она была, а мы четвертый, когда сюда приехали, чтобы как-то поддержать саманные стены, сделали такой фундамент, такой вокруг хаты, чтобы она не разъехалась вот так вот, просто фундамент такой построили, и обделали ее цементом, эту хату полностью, всю цементом обделали для того, чтобы хата не разваливалась, чтобы она не отваливалась кусками, вот, и поддерживаем, так сказать, эти стены. Вот, планируем, значит, там есть фундамент, вот, как показать вам, вот там, фундамент вокруг веранды, он идет такой большой, прям там фундамент, вот, планируем там построить кухню большую и в нее провести газ, да, в эту кухню, в хату не знаю, я не хочу лично, чтобы в хату проводили газ, ну, просто есть планы, разрушить вот эту саманную хату, есть планы. И построить здесь другой дом. И в этот дом завести газ. Как раз от той новой кухни, которая будет построена. Мною, наверное. Просто хотят мои родители, хотят завести туда газ и в хату завести газ. А я не хочу.